Многие меня не понимают, но я знаю, что я делаю правильное дело. Меня зовут Денис Мурмечин, фермер, Калининский район, участник проекта «Тверти». У меня любовь к земле, она в душе. Это все начинается с любви к родному краю, к ближнему. И это воспитывает чувство уверенности не только в себе, но и в завтрашнем дне. Я занимался не только сельским хозяйством, но и транспортом занимался, недвижимостью занимался, занимался строительством для того, чтобы каждую копеечку, заработанную, да, честным трудом, вложить опять же в сельское хозяйство. Кроме того, что мы созидаем и зарабатываем деньги, деньги они тленные, да, мне хочется, чтобы я поучаствовал в воспитании поколения, которое будет за нами ухаживать чуть позже. Мне хочется, чтобы это поколение было сильным. Не надо бояться деревни. Деревня – это будущее России. На деревне держалась вся Россия, вся Великая Русь. Поэтому нужно двигаться, нужно смотреть в сторону деревни и не бояться деревни. Деревня – это сила. Надо быть с Богом, надо двигаться вперед и, несмотря ни на что, быть впереди. Как бы вас ни откидывало, встал, отряхнулся, пошел. Встал, отряхнулся, пошел.